В Чебоксарах отметили 166-ю годовщину со дня рождения выдающегося ученого Николы Теслы. В столице республики установлен единственный в России памятник сербскому изобретателю, и это вовсе не случайно. В Чебоксарах находится институт релестроения ВНИИР, который знают не только в стране, но и во всем мире, а научные разработки оперативно внедряются на предприятиях отрасли. Всего в электротехнический кластер Чувашии входят 40 заводов, которые производят около 100 тысяч наименований продукции. И сегодня продолжатели дела великого ученого собрались в сквере имени Николы Теслы возле здания ВНИИРа. Человек, который изобрел 20 век. Инженер и ученый-физик, опередивший свое время. Переменный ток и Wi-Fi, генераторы, трансформаторы и тысячи других изобретений. Все они обязаны своим появлением гению Николы Теслы. Один вклад которого только в развитии систем переменного тока определил развитие человечества в 20 веке. По поводу других его многочисленных изобретений до сих пор спорят ученые, и практики, и теоретики. Но все сходятся в одном – он гений, и его вклад в электротехнику беспрецедентен. На предприятиях группы компаний АБС «Электро» уже стало традицией в преддверии дня рождения ученого отмечать и заслуги тех, кто делает только первые шаги в науке. Все подарки связаны с именем изобретателя – шар Теслы, беспроводные наушники и книги. Их получили 5 чебоксарских школьников. Все они участники и победители всероссийских олимпиад по физике. Роман Воробьев в этом году стал призером олимпиады имени Максвелла, после чего его пригласили в образовательную школу «Сириус». С изобретениями Николы Теслы он пока не знаком, но обещал непременно изучить наследие великого ученого. Мне больше нравится физика. Потому что мне нравятся всякие физические явления, и я хочу что-нибудь изобрести. Не забыли отметить и педагогов, которые увлекли ребят одним из сложнейших предметов – физикой. Наукой, изучающей мир и делающей его еще интереснее. Светлана Позднякова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.